нужно верное решение, в чем вам нужна догадка, чтобы вас озарила именно молния. Перун связан с молниями, связан с Ураном энергией, с Юпитером и с Ураном. Он, как верховный бог славян, связан с верным и удачным выбором, потому что самое дорогое, как говорят, это глупость. Больше всего мы платим за ошибки. И смотрите, как озарило небо. Такой дождь, оно розовое. Вдруг стало. Да, это закат, но идет ливень и... Розовое небо – это ответ. И ответ положительный. Водку я приношу молоко. Вы можете брать красное полусладкое, можете брать водку, можете брать хорошее свежее пиво. Лучше, конечно, если у вас варят пиво натуральное, принести им натуральное или уже хорошее с бутылки. Но больше всего им нравится натуральное. И молоко берите цельное. Еще лучше деревенское. Красное полусладкое. Все остальное, как бы, это все не то будет. Вот просто не то. Не тот эффект. А чтобы поймать и грозу, и его день, праздник, просто жалко потерять часть энергии.